Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре SnowRunner, с вами Егор. И мы начинаем прохождение модовой карты под названием Mamadesh. Ребята, карта очень маленькая. Домашняя карта на несколько заданий, как легкий перерывчик между большими картами. Ибо у нас следующая карта будет в карьере, это Амур. Там, ну, серьезная карта, я просто хотелось бы немножко отдохнуть. Здесь всего-то, по-моему, три задания. Я посмотрел, одна вышка. Быстренько пройдем, просто отвлечемся, так сказать, и пойдем дальше по этапу, так сказать. Карта названия Mamadesh от автора Никитос Бомбер 01. Прокатитесь по самому крупному району Татарстана, друзья мои. Ну давайте прокатимся, так сказать. В этой карте посмотрим, у нас тут на старте Chevrolet стоит уже. Заведем. Здесь, по-моему, сразу и гараж, прицеп он. А ну-ка, сейчас я подъеду к прицепу. Возьмется он. Да, как заправочка. Я же говорю, тут всего три. Мы сегодня ее и пройдем. Тут всего там наблюдательная вышка, автомобили два. Три задания. Состязание, а поручение, вот, ну вот три, всего три, так что покатаемся, посмотрим. Сейчас я возьму вот это поручение. Провести электричество. Так, сейчас, наверное, поедем к вышке, что ли. Да, давайте к вышке прокатимся. На этом Chevrolet я вообще давно не катался на этом стартовом автомобиле, штатном автомобиле, плюс он не улучшен. Потому как у нас там будет большая карта Амур. Интересная карта. Там аж 4. То есть интересный регион. Там аж 4 карты, ребята. В том регионе. Поэтому я так, знаете, я и выбираю такие. Это одна из самых первых карт. Этот Mamadesh. Уже кто катал его. Ну, в принципе, рабочая, ребята. Так, я тут. Хоть бы не проб... А, вон вышка, вижу. Вышка. Как легкий перерывчик, ребята. Тут особо нечего и смотреть. Так, вода на лесопилке. И третья задача — вода. И что там? А, беда на лесопилке, я говорю, вода. Так, провода. Сейчас мы выйдем, объедем. Не хочу я сюда ехать. Лучше по дороге. На этом не улучшенном. Лучше я по дороге прокачусь. Сейчас, может, какого-то зилка возьмем. Посмотрим. Выполним эти три задачи, там они не сложные. Я говорю, карта на один зубок. Там потом следующее будет видео модранов, там мы допройдем карту. Это потерянный край, по-моему. Там еще 4 лесопилки надо добить. Ну там еще карт много будет. Ну будет так, я же говорю, SnowRunner, потом на Амур. А потом, ну и обратно на Mudrunner перейдем. Так будем. По возможности, так сказать. Буду менять и ту игру. Посмотрю, зилка я тут возьму. Так хочется уже
на каких-то таких автомобилях покататься, не очень тяжелых. А, тут у меня... А, то сюда надо привезти, блин. Я понял. Стол. Стол-то отремонтировать. Ну, мы сейчас будем проходить, читать будем задачи. Так, сейчас в гараж хотя бы нырнуть. Я уже видел, где там гараж. У нас еще на карте, оказывается, есть татарин. Парим. Так, задача. Заберем задачу сейчас. А, ты, блин. Они что, сразу взялись? Так, заедем, посмотрим, что у нас тут на заправочке. Работает, не работает. А, тут, я так понял. Я так понимаю. Так, провести электричество. А, услуги заправки, это потом доступно будет. Так, ну ладно. Ну, едем по дороге тогда. Там выедем в гараж. Там еще возле гаража, по-моему, две задачи. Вот и карту, можно сказать, мы проехали. Знаки стоп. Я же говорю, карта небольшая. Сейчас в гараж заедем. Я сейчас заберем эти самые две задачи еще. Мост какой-то. Не, ну вроде как задачи нету. Его поставь. Блин, я хоть перееду ее. Ага. Не факт. Шевроле, да? Да, я его не улучшил. Надо было сразу в гараж заехать, конечно. Блин. Сюда и проедем, короче. Потому что я там застрею. Тихо-тихо-тихо, не ломаться. До гаража доехать. Доедем до гаража. Ибо там я не проезжаю. Какой-то туман, что ли.
Так, вот задача, забираем, едем в гараж. Меняем автомобиль. Так, вода поручение и еще какое-то порученице. Так, а что нам первое лучше взять? А, ну вот у нас, ребята, туз татарин. Что это за малая? А, малая цистерна. Ну, особо она мне не нужна, в принципе. Татарин этот. На него я пересесть не могу, надо его найти. Так, ладно. Запчасти, где запчасти заброшены? А, вот показывает у нас прицеп. Так, нигде нету, я так понял. Доступ на склад как раз. Все оборудование утратило свои возможности. Привези новое, или сопилка возобновит свою работу. Не вопрос. Так, ладно. Но нам нужен грузовичок какой-то. Так, Chevrolet пока отставить. Магазин грузовиков. Грузовой, грузовой, грузовой. Стоп, стоп, стоп. Шоссейный. Это что, недоступен? Блин, а что они недоступны в Америке? Это же не Америка. Странно. Ну ладно, возьмем зелка. Где грузовой? Вот от этого зелка возьмем сейчас. Как раз нормально будет. Улучшим его, ребятки. Он у меня вообще классный. Активная. Шины внедорожные. А, для бездорожья стоят. У него стоят, отлично. Лебедка, ну... Не знаю, давайте автономку поставлю. Дифференциал подключаем. Запасное колесо, либо бак. Да пусть будет бак. Шноркель. Это нормальный. Полный привод. Модули, вот. Кузов берем. Нормально. Мы все равно сейчас поедем, там же эти самые. Решетка. Да не знаю, пусть будет этот. Так, покраску не буду менять. Фигурка. Ну, аксессуары. Все, ребятки, поехали. С запчастями сейчас. Или дождь пошел. Так, нам как-то бы сюда вырулить. За прицепом взяли. Поехали. Блин, дождяра пошел. Выкатываемся. Ну, Татарстан, это же Россия. Я так понял. И... Здесь будем на советских грузовичках кататься. А здесь одного, я думаю, хватит. Сейчас посмотрим, там металлорулоны, по-моему, еще какие-то. Сейчас доедем до этого прицепа. Ого! Ого-го! Вот это капец. Давай. Выкатываемся. Повляпался. Так, вот прицеп.
Секунду, ребятки. Так, сори, ребята, отвлекли. Давай, 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 давай. Так, они у меня тут упакованные, все. Так, куда нам? Ага, сюда. Да я же говорю, тут не... Недалеко, но тут, блин, видите как. Давайте пониже, наверное. Конечно, такая дорога, мама не горит. Ё-моё, я же знаю, что там сейчас такая лужа, блин. Тихо, тихо. Нырнули. Ну, прицеп пусть ныряет у меня. Главное, чтобы не утопить автомобиль. Прицеп-то такое. Выскочил. Катим, катим, катим. А, блин, я еще без этого, без дифференциала катаюсь. Ну, нормально. Препятствия снова в строю. Награды, так, склад доступен. Ну давайте, блин, у меня деревянные доски один. А, тут управление грузом. Ну давайте загрузим деревянные доски. Так, а что тут я хоть почитаю? А, электричество. Неподалеку от заправки из-за ветра упал столб и порвал провода. Заправка без электричества не работает. Услуги заправки не вопрос. А тут что? А тут металлорулоны какие-то. Тут потом. Так, ну мне этот прицеп нафиг не нужен. Да, вот. Гараж поставить. Чтобы он тут не мешал мне если что. Доски отвезем. Так, куда нам ехать, где этот? А мы же его проезжали столб. А, вот он. Ё-ё-ё-ё. Так, ну выкатываемся. Поедем через эту речку. Сюда-сюда-сюда. Прокатимся немножко. На зелку. Блин, на нем так классно от первого лица ездить. Ехали.
Супер. Потихонечку. Оп. О, блин, ну так. Такой мост, конечно. Плавнее можно было сделать. Я говорю, от первого лица вообще супер кататься на нем. Вот и столбяра. Пользуйся. Так, а что у нас тут, блин? Из-за дождей и гуляния грунта в нашем районе упала единственная водонапорная башня, причем на оживленную дорогу. Будь другом, помоги. Где же это? А вот прицеп, ребята, вот он с рулонами. Так, ну зелком, разворот. Катились. Вот и все, в принципе. На этом карта закончена. Знаете, просто увидел такую маленькую карту, думаю, ну я не думал, что она настолько маленькая, но все равно прикольно. Я же говорю, одна из первых, так они там не такие объемные были карты. Потому что сейчас, если брать последнюю, ну, то, в смысле, обновленную, допустим, вот эту, новую карту, там заморочишься на месяц реально. А у меня еще карьера не пройдена. Амур, Мэн, что там, Теннесси вообще там, я не знаю. На Теннесси пока одна карта, ну, как бы, люди не очень довольны. Регион, ну в смысле не регионом, а этой картой. Ну вроде разрабы обещали еще 3 добавить туда. Так, поворачиваем. Тормози. Блин, нифига она там. Вот прицеп этот. Там есть какой-то съезд. Как мне туда подъехать?
Блин, он еще раз задом стоит, ну ё-моё. Ладно. Так, прицеп обнаружили. Где... Ох, металл рулоны какие-то такие покоцаны. Ого! Вот это я заехал. Ё-моё, ну все падает, блин. Так, я сейчас здесь сделаю. Не-не-не, надо, короче, не так. Я все понял. Болоте. Дернем. Ох, классный зелок, обалденный. Давай. Цепляем. Так, смотрим, куда нам... А, блин. Тут рядом, короче. Ладно, я прокачусь. Покатимся немножко. Там просто у меня другие зелки были, а недоступно ничего. Заправка открылась. Ну, можно было, конечно, поболее задач поставить, так сказать, нарисовать. Ну, что есть, то есть, ребята. Уже следующее видео будем на Амуре. Проходить будем Амур. Я уже не буду никакие модовые карты сейчас качать опять. Раз прокатился так, более-менее. Маленькая карта, очень маленькая реально, ну, сильно не критикуйте. Ну, так ничего, мне понравилось. Ну, если там, допустим, да, это же жавр. Человек старался, ну, автор. Просто что, допустим, если тут ее чуть-чуть расширить и добавить какие-то еще задачи, было бы вообще, и то она рабочая, ребят.
Так, на один зубок, знаете, прокатились и забыли все. Вода снова течет из-под крана. Налить тебе бутылочку? Не, спасибо. Только что там ее не отремонтировали, тут не показал, не знаю. Как лежала, так и лежит. Ну, может, где-то она там, типа, в другом месте сделали. Так, ну что, ребята. В принципе, все выполнили. Автомобили найдено. Ну, я не стал искать. Я не люблю. Ну, вот один я, может, еще где-то один. Где-то скрытый валяется, я не знаю. Там прицеп еще какой-то. Не, автомобили. Тут татарин и малая цистерна. Да я не буду уже туда ехать. Смысла нету. Не знаю, можем проехаться, в принципе, для так, чтобы уже отметиться, так сказать. Я сейчас люблю прицеп. Давай. Туда еще попробуй доберись. Подвеску поднять. Капец, дорога. Давай. Где там этот, блин, татарин? Йо-йо-йо-йо. Мне к нему проехать надо. Дальше там надо. Ё-моё, тоже дорога это. Ого.
тут типа дорога идет, но тут, видимо, надо такой вездеход брать. То не, я не знаю, тяжелый какой-то. Не всякий тут пройдет. Разве что татарин не пройдет, а на зелу тяжело. Давай на травку, на травку. Да блин, тут, конечно, тут вездеходом только этим татарином и ездит. Там он туда и заехал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот машина, малая цистерна, тут. А все, ребята, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, друзья мои. Всем мира, добра, здоровья и до встречи на Амуре.